Нет, нет, я не знаю, где они его держат. Никто не знает. Отведи меня к нему, и больше к тебе вопросов не будет. Пожалуйста, я не знаю, где он. Он застрелился, а потом превратился в вампира. Мы просто не даем ему умереть. Это я, Раш. Пустите меня. Не стреляйте, это же я. Блять, хоть и не серебро, но больно-то как. С тобой закончу позже.